Շաքարը մտնում է մապս մաղարի։ Շաքարը միշտ բարձր է։ Մի կետել եմ այս սամոցկա էպս էրտրում ինսուլինս։ Այնց ներարկում է 161 միլի ինսուլին։ Քեմը տրոմար չամոտիս շաքրիս նուրավուդերը արից էպս, մի կետել եմ վենաշ։ Որ չեն կաղող իչացնել բարցր շաքարը, այդ ժամանակ երակային են անում ինսուլինը, որպիսի մի փոքր գոնե իչնում։ Ես ովլակ դավուշվ էլ է։ Դա հել, այդ դա անում չի կարելի վենայի մարձը սրսկել ներարկել ինսուլին։ Հարգելի դատարան, ես ուղակի ուզում եմ ավելացեմ, եթե ինձ գրված է մահանալ, ես կնախնդրեմ մահանամ տանը։ Ես եմ ես ախշե շուրջում եմ տանում։ Ես իմ թողերի երեխաների մոտ իրեն թան տպանդում մահանամ, կնախնդրեմ այն տեղ տանը։ Следователь Теванян дал, в 2014 году дал намек, что я должен им заплатить деньги. Как я отказал, что у меня нет денег и не собираюсь вам платить, потому что я невиновен. Через несколько дней он поменял обвинение и написал, что водитель, я, фуры, купил 1 тонну героин. Но до сих пор я прошу дать следственные материалы, доказательства. Но они не могут дать, потому что нет там доказательства. Даже в судебном следствии, да, никаких доказательств нет. Единственный судья, что написал, по внутреннему убеждению. И дал мне 17 лет. Почему дал мне 17 лет, когда дал 19 лет организатору, который все это дело сделал? Причем водитель? Водителю могли обвинить за перевозку контрабанды, которые дали мне 5 лет. Я уже отсидел и пересидел этот контрабанда, если они так могли считать. А что я купил это 1 тонна героин, пусть дают мне доказательства. Как это? Взял и написал, все, купил. Кто сказал, что я купил? Пусть покажет. Я чувствую очень плохо. 5 лет, как я болею сахарным диабетом. И за этот 5 лет здоровье совсем ухудшилось. Было 5 раз обследование в городских больницах. Все, написали диагнозы. Межведомственная комиссия подтвердила мои болезни, которые входят в закон в Республике Армении, как тяжелые болезни. Но суд отказал. Господин Григорян подал ходатайство на освобождение. Суд отказал. Господин Григорян выступал и сказал, что лечение динамику не подлежит. Мы не можем его никак лечить, и у него болезни неизлечимы. А судья
Нелли Багдасарян. Вы вот сделал такое, что ты лежишь в больнице, на вас смотрят врачи и лежи до смерти. Я не пойму, если таких больных, как я, освобождают, на них тоже врачи смотрят и проводят лечение. Ну а почему именно, как я гражданин Грузии, отказывают? И апелляционный суд отказал, и первая инстанция суд отказал. А что подать в Верховный суд, ничего не изменится. Потому что мой арест в 2014 году был заказан. Врачи все хотят сделать, облегчить мой боль, но не могут, потому что организм лечения не принимает. Вот в законодательстве, да, вот я вам покажу, написано, сколько болезней, единственные болезни, если есть у человека, его актировку делают. А у меня 8 из них, 8 заболеваний. А госпожа Багдасарян не врач, чтобы он, она, то есть, этот, пишет, что пусть лежит в больнице и смотрят врачи. Пусть она сама придет и смотрит, и дает мне лечение. Что нужно сделать? Не знаю, или актировку, или повеситься, или самоубийством закончить, я не знаю. Я уже сколько раз писал и министру юстиции, и прокуратуру, и в управлении. Никто ответ мне не дает. Пашиняну писал 4 раза. Никакого ответа нет. Никакого. Я не знаю, поменялся власть, но никакого сдвига насчет правосудия нет. Что мне остается больше делать? Ну, наверное, начали там документы готовить, чтобы меня перевести. Но почему? Почему они так добиваются? Потому что они знают, в Грузии это дело не рассмотрят. И дело не раскроется. Пусть здесь пересмотрят дело. И смотрят. Да пусть мое дело здесь судили, здесь пересматривают. И пусть скажет, что если кто-то скажет, что да, вот доказано, что ты купил, я подпишу на еще 17 лет, что мне добавили. Мне 67 лет. Сколько я должен жить? Кто-то должен обогатеть, а невиновный человек сидит в тюрьме. Как это получается? На чужую беду свое благополучие делают.